Вентиляционные выходы польской торговой марки Верпласт – наиболее простое решение для организации вентиляции в доме. Вентиляционный выход стандарт с электродвигателем разработан для обеспечения интенсивного воздухообмена в помещениях домов с крышей из битумной черепицы. Он предназначен для вывода вентиляционных труб из помещений с повышенным уровнем влажности, таких как кухня, ванная, прачечная, спортзал и даже баня. Обладает большой производительностью. К примеру, ванную комнату площадью 12 квадратных метров проветрит за 6 минут. Вентиляционный выход имеет высокий класс энергоэффективности. Потребляет всего 24 Вт в час, что делает его экономически выгодным. Электровентилятор практически бесшумный, не будет отвлекать от принятия расслабляющей ванны. Также не помешает при приготовлении блюд для уютного семейного ужина. Является отличной альтернативой шумной кухонной вытяжке. Вентиляционный выход стандарт с электродвигателем состоит из небольшой трубы с колпаком диаметром 110 мм, проходного элемента основания, общая высота 500 мм. Труба сделана из пластика, что снижает вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях по сравнению с металлическими выходами. Благодаря широкому основанию проходного элемента, вентиляционные выходы обеспечивают полную герметичность соединений на крыше. Большим преимуществом вентиляционного выхода стандарт с электродвигателем является низкий уровень шума, высокий показатель мощности и надежности от немецкого электродвигателя EBM. Ведь такой двигатель прослужит много лет. Для подключения электровентилятора необходима стандартная сеть 220 вольт. На максимальной мощности при 2800 оборотах в минуту электрический вентилятор проветривает до 305 кубических метров в час. По желанию интенсивность вентиляции можно плавно корректировать с помощью регулятора скорости, обеспечивая при этом еще меньшее энергопотребление за счет уменьшения количества оборотов. Кабель электродвигателя надежно защищен от повреждений, поскольку он спрятан внутри вентиляционного канала. Его можно вывести как на кнопочные выключатели, так и на диммеры регуляторы мощности на кухне или другом проветриваемом помещении. Вентиляционный выход имеет регулируемый угол наклона. Устанавливается в любом месте на кровле с углом наклона от 5 до 45 градусов, где по проекту выходит вентиляционная труба, чтобы обеспечить нагретому воздуху, насыщенному водными парами, свободный выход из внутренних помещений дома на улицу. Такие вентвыходы отличаются высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению, атмосферным и механическим воздействиям и не подвергаются коррозии. Производителям предоставляется гарантия сроком 10 лет. Цветовая гамма вентиляционных выходов стандарт с электродвигателем представлена самыми популярными цветами: серый, графитовый, красный, медно-коричневый, черный, коричневый, хромовый, зеленый. Поэтому совсем не составит труда гармонично подобрать вентилятор в цвет вашей кровли. Аккуратные и изящные вентиляционные выходы в натуральных оттенках внешне только дополнят любую крышу, в отличие от громоздких кирпичных кладок. Вентиляционные выходы стандарт оснащены специальным монтированным уровнем Wasserwaage. Благодаря ему установка вентиляционного выхода в вертикальное положение возможна даже самостоятельно и за короткое время. В комплект упаковки входят саморезы, проходной элемент основания, труба с колпаком.